Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 58, урок 58, exercise 7, упражнение 7. Познакомься с детьми из других стран, расскажи о себе. Необходимо составить диалог с одним из жителей другой страны. Например, Hello, my name is Valera. What is your name? Do you live in Africa? Hello, my name is Iman. I live in Africa. Have you got a mother, a father, a sister? I have got a mother and a father. I have not got a sister. I have got a brother. How old are you? I am 10. Can you read and write? Yes, I can. И теперь переведем этот диалог. Привет, меня зовут Валера. А как тебя зовут? Ты живешь в Африке? Привет, меня зовут Иман. Я живу в Африке. У тебя есть мама, папа, сестра? У меня есть мама и папа. У меня нет сестры, у меня есть брат. Сколько тебе лет? Мне 10. Ты умеешь читать и писать? Да, умею. Наше задание выполнено. Если вам понравилось это видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.